Мир вам, Игнатий Тихонович. Добрый день, Василий. Добрый вечер. Дядя Игнатий, звоню сказать вам, спаси Христос, что приняли меня. Ну, когда приедешь, тогда уж примем. То разрешение, скажи, дали. Да, что разрешение дали, да. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Ты не против? Все, пусть выставляется, дай Бог. Вот. Что он сказал? Я сегодня пусть выставляется. Хотел... Давай. Говори, что у тебя? Я сегодня выезжаю из Германии. А, вот как. Да. Если, пожалуйста, поклончик путешествия. Мы помнить будем? Будем молиться за путешествующего. Что-то у тебя плохое изображение. О! Изображение у тебя какое-то прямо слабое. Какой-то вот так клеточками такими идет, и все, прям никудышное. Странно. Со всеми нормально, а вот с вами почему-то. Ну вот, видишь, я могу себя сделать даже еще лучше. Вот посмотри сейчас. О. Мы вас отлично видим. Никита, Владимир, мир вам. Добрый вечер. Мир тебе, брат. Ну вот, видишь, как я сделал? Еще яснее. Да. У них тут интересно, служба на русском идет в Германии. Я в церкви сегодня был. А вчера на вечерней были, там на немецком, тоже православные молятся, на немецком, а сегодня на русском. Да хочу, где это? У вас там дома, где ты дома? В Германии, вот, в Германии. А, в Германии. Так откуда ты знаешь, как там? Ты же дома сейчас. Я сейчас в Германии. В Германии уже? Ну вон да. Как, я понял тогда. Вот как, сейчас я выезжаю. Как звать этого отрока? Отрока-то этого, как звать-то? Елиазар. Елиазар. Елиазар, прекрасно. Добрый день. Слава Христу. Вопросов нету, просто хотели поздороваться с вами. Почему такое плохое-то у вас изображение-то? Я не знаю, у нас вот сейчас только что разговаривали с мамой, отлично видят нас, не знаю почему. Интересно. Ну, что-то где-то, может, у меня тут что-то, но я тоже только что разговаривал с Москвой. Мы вас отлично видим. Может, это временная какая-то. Ну, еще. Германия это что там, стонет от иммигрантов разных, чернокожих-то? Да, и стонут, и терпят, все есть. И стонут, и терпят. Да. А вот с другой стороны-то возьми, если бы они себя нормально везли, так это нормально, что беженцы, им там тяжело, они пришли, а то тут всякие насилия творят и прочее. А если бы ну, христиане оттуда были и приняли, так это же спасительное все. Ну да. Ну, люди сами молодцы, люди большую поддержку оказывают, все равно, несмотря на то, что и злые приходят беженцы, и все как бы, ну, непорядочные люди есть. Так у вас люди... это первый ребенок или второй? Это второй. Вы когда приезжали, у нас первый Рафаил родился. Так, а первого как звать? Рафаил. Как? Рафаил. Рафаил, я вот, я думаю, как, Элиазар. Очень хорошие имена. Ты только переводи сразу. Роман, спасибо. Да, старались искать хорошие. Мы вспоминаем каждый день вас в молитвах, мы вас помним, и вы нас не забывайте. Спасибо, Христос. Да. My uncle is about that. Спасибо. Христос. А, да, конечно. Говорит, спаси Христос. Да, слава Христу. Так, вот я ему сейчас скажу, у нас тут один надел футболку из Германии, а он не знает, что написано, а там написано «Ich bin Geisse». Мы видели там. А пальцем под «Du bist schuld», а виноват другой. А «Geisse» вас бедует этот сцен? Он пришел в «Geisse», а «Mann» был сам. А «Mann» им gesagt? Ja, dann hat man schon gesagt. Und dann? Добис Шуль говорит. Вот я тогда позвонил в этот университет, говорю, правильно перевели, да правильно. Я говорю, вот эту майку прислали, а он надел ее.
Их більшать. Вообще. Переводить, конечно. Прежде чем. По-моему, я первый раз на занятии, да. Ну ладно, тогда. Если все хорошо. Ну, когда домой-то? Сегодня ночью выезжаю, уже машину сейчас приготовлю. А когда к нам приедешь туда? Ну, дай бог, доеду до дому. Там, ну, машину отдам, там оформить надо, где-то, наверное, неделю мне надо, и сразу к вам. Желательно до начала поста хочу успеть. Ну, понятно. Я тебе уже место приготовил. Будешь спать у меня на кухне, прямо около печки. Ты же с Киргизии, тепло любите. Спасибо, Христос. Я тут валенки купил. Ну, валенки-то, не знаю, много по улице ходить-то не будешь. Мы дома сидим. Нет, такие, как сапожки. Понятно, вот сейчас что-то лучше стало. Так, там, Надя, скажи, что приглашаем в гости, когда будете. Слава Христу. Мы вспоминаем, как у них заезжали. Мы же были там, проезжали. Мы вчера смотрели этот ролик. Я ни разу не видел. Вчера посмотрели специально. Ну, надо же, говорю. Оказывается, дядя Игнатий здесь был, я не знал. Ну, мы, видишь, захватили это все, а потом оттуда... На Скандинавию пошли. Позапрошлом году без меня уже ездили на север. Баренцево море. Переведи. Позапрошлом году мы ездили на север. Норд. Баренцево где? Скажи ему, что мы проехали от Владивостока, Тихий океан, до Атлантического, до Португалии. Не переведешь сейчас. Около Японии. Нет, Владивосток. Без Атлантического. Прошли Скандинавию и Прибалтику. Молодцом. Вот. Посетили 600 городов и сел. 600. Скажи ему. Это невероятно. Это по часу, на каждое и то 600 часов надо. Вот так. Вот теперь мы дома. Дома. Я сижу все время здесь. У нас фотографии есть, как мы были. А эти, которые около вас, там птицы-то были, из-за которых нельзя ничего делать. Птицы-то живут, не улетели? Птицы, ну, вроде как живут. Отхватили, главное, несколько гектаров рядом. Вроде как устроили они там зону такую для птичек отдельных. Отец Аким был когда там? В Германии отец Аким. Ну и там, говорит, вот, залазит ласка, такой маленький зверек, и она провода грызет в машине. Отец Аким говорит, так я капкан поставлю, поймаю, что ты, нельзя, говорит, только отпугивающие можно. А у да, нас... есть такое, у нас уже пресла машина. А у нас, если что, так мы сразу его... У нас тоже пакостит. Показывает, дерево растет, и провода, это в Германии. Так они там поставили машину и вот так вот вырезали в проводах. А рядом написано, а у нас бы, говорит, пол гектара леса убрали. Никита. А они в сучках выпилили, и провода идут посередке. И вот такая вот там это отверстие, прямо дерево не задето, а сучки. Алло. Очень аккуратные, мне очень понравилось. Я знаю, знаю. А у нас еще подряд, там, пол гектара бы, говорит, снесли деревьев. Они любят друг друга. Да. Уважают. Они очень тщательно любят. Я все время смотрю, я люблю вот смотреть документальные фильмы про Германию, смотрю каждый день. У меня столько архива набрано уже, как война начиналась, как подводный флот. Документально, не фильмы, а документальные, в свете. Там, я не знаю, уж больше, наверное, 20 фильмов смотрел. Мне очень нравится это.
узнать, какая причина крушения такого селища, и все сгинуло. Как бы Берлин штурмуют, там погибают люди. Видите, как через них нас Бог наказал, чтобы мы к Богу шли. А потом победа досталась с этой стороны. Вот так. Ну все тогда, давай, Элиазар. Всего доброго. Рафаилу поклон. Рафаилу. Передадим. Всего до свидания. Да. Так, где тут кнопка? Спаси Христос. Ну, все, давай.